У нас в гостях наш дорогой, замечательный гость, ветеран уже нашего Дома здоровья. Это Алексеева Валентина Гавриловна. Первая, насколько я знаю, у вас проблема была самая такая вот, которая вас беспокоила, это судороги. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Судороги почти каждую ночь. Среди ночи начинались судороги у меня. До этого я лечилась у врачей, все, но временное улучшение, потом снова судороги. Но когда стала пользоваться этим массажером, ну, сказала Миша, слушай, у меня судорог-то нет уже. Скажите, а сколько вот вы так лечились от судорог, сколько лет они вас беспокоили? Очень долго, я даже и забыла, еще до инфаркта второго судорога. Если до второго инфаркта, это уже больше 25 лет назад. Да, да, да. Угу. Вот.